Что вы думаете по поводу новогоднего телевидения? Хорошее телевидение было. В этом году мне больше понравилось, чем в прошлом. В прошлом году был как спектакль, вот я почему-то на мое мнение. А в этом году нет, больше было песен, больше смеха было. По каждой программе повторяют одно и то же. Сегодня по Первому каналу показывают одно, то же самое на следующий день показывают по Второму каналу. И то же самое показывают по ТВ-центру на третий день. Ну, какие-то старые фильмы, конечно, приятно посмотреть и вспомнить. И новогодний огонек был неплохой. В этом году его гораздо лучше, чем в прошлом. Ну, весело, задорно, смешно. Но могло бы быть и как-то более, что ли, творчески и более, может быть, музыки больше хорошей. В том числе классической. Более такое демократичное стало, там больше свободы слова, там больше юмора. Допустим, тоже Нагиев прикалывался с этой, с Гузеевой, там больше такого интересного там, юмора такого, которого раньше можно было не услышать, там запретно было, там вроде как. Так более свободно всего. Бывают программы, которые придают новогоднее настроение, веселые. Вот мне очень нравится «Новогодний огонек», потому что там вот, все наши русские певцы поют все такие песни хорошие, русские, но и зарубежные тоже очень классные. Вы знаете, отмечал с компанией, телевизор не смотрел. Принципиально или... Мне было чем заняться, кроме просмотра телевизора. Как-то все привычно, обычно. По ТВ-3 была очень хорошая подборка старинных песен из старинных фильмов. А, ты смотрел, да, вот оживило, это. Оживило. Они поменяли старое доброе вот это с легким паром на новую интерпретацию зачем-то. Зачем, боже, вот просто переснимать старые фильмы, это что-то из разряда. Давайте мы возьмем труп, достанем и накрасим. Старые фильмы смотрели. Нам очень. Нам интересно, потому что... Мы же сами пенсионеры. Ничего не думаю, мне не нравится абсолютно. Нечего смотреть. Периодически пытался, щелкал по программам, ничего хорошего не увидел. Все. Это все, что я могу сказать. Ну и неправда. Ну. Очень большое разнообразие мультфильмов, причем по всем каналам. Это просто такой подарок для наших, так скажем, внуков уже теперь. Что вы думаете о новогоднем телевидении? А мы его не смотрим!